10 мая. Ну все, у нас, слава богу, все по плану, как хотели. Окультурить. Забор поставить новый. И кошкин дом построить. Так у нас все и получилось. Ну вот промежуточный момент. Вот, сегодня ночью не поспал, как бы. Порядки навел, разобрал тут все. Вбетонировал столбы. Вот. Так что все хорошо, все по плану. Будет красивенько. Потом покажу, как станет. Все покрасим. Ну и также будем во всех сферах жизни наводить порядок. Ну все, помогай Бог. Смотрите YouTube канал Стороженко Владимир. Как благодаря возможностям кассы взаимопомощи BeFree первый платеж вчера прошел в нашу сторону $150. Так что вот как раз 12 тысяч рублей на кошкин дом пошло. На железяки. Вот, так что вот железяки все прикупил. Вот, нарезали. Это будет кошкин дом. Вот так. Так что BeFree реально помогает. Вот, реально помогает BeFree. Вот будет вот такой профильный забор у нас. Вчера вот 9 мая, нерабочий день, и все нормально. Слава Богу, все договорились, люди приехали, открыли, все напилили. Спасибо Виктору, соседу на грузовичке. Дай Бог его маме Ирине здоровья крепкого. И вообще всем крепкого здоровья, добра, благополучия. Вот, вот у нас уже пиончик растет на 34 года совместной жизни с Ириной Борисовной. А это гортензия. Доча была на 2010 году. Конкурс красоты. Вице-мисс. Гортензия. Парад цветов. А я гортензия. Живу я без претензий. Так что, друзья, будем жить без претензий. И классно. Котики, 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 вообще котики. Котики добавили красок жизни. И музой. Вон они. Муза. Муза. 6 штук. 6 штук. Вон они, муза. Вон они, муза. А? Хорошенькие, да? Кошкин дом построим. Будут там развлекаться. Построим там полосу препятствий. Ну ладно, в глазки не буду светить. Вот такие музы, музы. Вот они добавили красок жизни. Комочки. Будут вон... Кошкин дом он там будет. Потом покажу, как станет. Ну все, помогай Бог. Смотрите YouTube канал Стороженко Владимир. Там больше видео. 1700 видео про активное долголетие.